Наш канал посвящен поискам паранормального, то есть мы ищем какие-то заброшенные объекты с какой-то мистической историей или по рассказам людей, что там на этих объектах что-то происходило. И мы туда едем непосредственно на ночные съемки, делаем обходы этих заброшенных мест. Это может быть замок, или там город-призрак, или какой-то простой дом, или какой-то бункер. Но самое важное, чтобы там была история, что там видели рейка, призраков, каких-то там монстров. Пусть будет это слухи какие-то, но мы все равно туда едем и проверяем, есть ли там что-то. То есть проверяем все на себе. И возим с собой много оборудования, с помощью которого мы ставим эксперименты, записываем ЭГФ, это феномен электронного голоса. ЭГФ мы записываем на Вандербокс, кассетный диктофон. И есть метод еще стандартный, мы просто записываем тишину, потом обрабатываем эту запись и иногда там проскакивают голоса. Также мы используем Kinect-камеру, ну, сейчас реже, но мы ее используем. Если что-то происходит, или же вне экспериментов, или во время экспериментов, мы это все людям показываем и делимся как бы своими наблюдениями. А также есть рубрика, которую мы записываем дома через Вандербокс, записываем ЭГФ, и иногда мы получаем интересные ответы, даже вплоть до имен. Если нам удается приехать на заброшку днем, мы, естественно, все исследуем, начинаем свой путь, скажем, вот, допустим, с этого места. Чем хороша зима? Потому что вокруг ты можешь видеть, ходят ли тут люди, бегают тут звери или нет. Ты себя морально подготавливаешь, мало ли что. Летом такого нет. То есть ты приходишь, и ты боишься, что можешь на кого-то нарваться. Мы больше боимся не призраков и что-то паранормальное, с чем мы хотим столкнуться и иногда сталкиваемся. Мы больше боимся живых людей. Наркоманов, бомжей, неадекватов. И иногда получается, что мы на них нарываемся. Сейчас мы зайдем в это здание и посмотрим, что там находится. Мы здесь уже снимали, нам удалось тут запечатлеть некий силуэт, очень похожий на голову, и вот где-то вот так вот торс. Мы думаем, что это призрак. И мы проводили также здесь сеанс феномена электронного голоса, и были интересные ответы. Ну, сейчас пройдем, посмотрим, что там. Возможно, придется достать фонарик. Как мы вообще начинаем съемки? Ну, мы рандомно выбираем здание и заходим в него. И потихонечку с камеры ночного видения мы начинаем, стараемся тихо ходить по помещению. Чаще всего что-то необычное ты слышишь уже на самой записи. Именно вживую, если притихнуть, то да, бывает кто-то свистит, и никого нету в здании. Ты слышишь какие-то шаги, что-то передвигается. И ходим. Выбираем места, где можно сделать какие-то эксперименты. Это бывший лагерь детский, юбилейный называется. Какой-то истории мистической или паранормальной я не нашел по поводу этого места. Это место было выбрано рандомно, но очень часто, когда мы приезжаем в место, о котором нет никакой истории паранормальной, бывает, что в таких местах на очень страшное наткнуться, мистическое, необъяснимое. Также можно найти здесь игрушки, плюшевые, без голов.
И вообще вот всем своим подписчикам, зрителям мы говорим, не ходите по таким местам, потому что вот это может обвалиться. Не дай бог это обвалится, мы-то себе отчет даем. Ну и тем более это живые люди, которые могут тебе навредить как-то. Поэтому с собой мы берем всегда средства самообороны. Шокеры, перцовые баллончики. И таким образом мы себя немножко вооружаем, скажем так. Так спокойнее ходить по таким местам. Кстати, вот здесь вот есть лаз на второй этаж. Я туда уже залазил. Там, в принципе, ничего нету. Это, видимо, был раньше кинотеатр. И вот так мы обходим каждый уголок на заброшке. Так как у нас обычно одна ночь, мы стараемся по максимуму записать все эксперименты, что-то придумываем на ходу. И вот, допустим, вот комната, и здесь мы бы могли записать, например, 5 минут тишины. Это прямой метод, прямой метод феномена электронного голоса. То есть мы кладем диктофон и уходим. 5 минут ждем, забираем диктофон и уже в самой тишине слушаем какие-то голоса. И очень часто до жути доходит. Если здесь присутствуют духи или что-то потустороннее, ответьте нам. Что здесь обитает и действительно ли здесь видели рейпа или какую-то сущность? Вопрос то, что мы сейчас засняли на Kinect камеру. Относится ли это к потусторонним силам? Очень интересная запись. Тут я включу свет. Здесь, видимо, все горело. Самая такая интересная заброшка из всего того, что мы посещали, но все же ночью такие места совсем с другой стороны себе показывают. Пойдем. Я уже не помню, где это такое место. Так, нам надо сюда звониться. И вот почему-то ночью это место было вот совсем, вот как будто бы сейчас я пришел в совсем другое место. То есть атмосфера вообще разная. Так как это был детский лагерь, можно найти интересные комнатки. Вот как вот, допустим, такая. Здесь очень красивый потолок.
Тут у меня вопрос от себя такой. Он как раз и по идее, как появился канал. И я вот услышала, что легенды проверяете. Вот какая первая легенда, где услышали, какую первую проверяли? И вообще, как вы эти легенды, слухи собираете, где находитесь? Вот эти источники информации. Источники информации — это, как правило, интернет или книги. Вот, например, самая первая локация, на которую мы поехали, это как раз-таки вот Лавсан на Химвлакну. Ну, он не относится как бы уже к Химвлакну, и туда можно попасть спокойно. И там говорили, что там видели какого-то монстра в этих тоннелях. Ну, мы пошли туда ночью, монстра мы там не встретили, то есть легенда опровержена. Или же мы ездили, я читал книгу нашего курского писателя, он занимался уфологией, написал книгу в свое время. Он описывал много чего, и у него там есть такая история про черный лес, который в Золотухинском районе находится. И говорят, что там можно даже НЛО встретить. Он там фиксировал до 50 НЛО. Мы еще с братом к этой тематике тоже немножко иногда относимся. Тоже ездим по аномальным зонам. И также в этом лесу видели какого-то, я не знаю, существо с крыльями, как похоже на человека, который там пугал людей. И мы такие... И это в книге как бы описано. Я даже какой-то видеоролик находил. И мы туда поехали, прошлись по этому лесу, но далеко не пошли там, потому что дебри были. Но что-то мы там на что-то нарвались, там что-то очень массивное шло на нас. Может быть, это было животное. Конечного какого-то подтверждения чего-то или опровержения не дали. А так, в интернете в основном, то есть какие-то находим статьи, может быть, где-то в газетах писали, или там, например, топ загадочных мест там города Курска. И читаем все это и едем. Вы наверняка читаете все комментарии, там есть достаточное количество нелицеприятных. Как вы на них реагировали раньше и как реагируете сейчас? Раньше как обижались. Но на самом деле сейчас я вообще равнодушно к этим людям отношусь, потому что я понимаю, что интернет — это спорная тема. Угодить каждому невозможно. И я просто таких людей блокирую, и все. До свидания. Как мне однажды сказали, если тебя постоянно хвалят, это очень плохо. Или если тебя постоянно, ты слышишь свой адрес негатив, то это тоже плохо. А если есть и хорошие какие-то отзывы, и плохие, то ты идешь в правильном направлении. Поэтому пусть пишут, и просто бан. Я понимаю конструктивную критику, но если это переходит на личности, то, извините, таких людей блокируем. А конструктивная это какая? Если человек мне сказал: вот, Андрей, у тебя здесь плохой свет, понимаешь? Вот ты понял свою ошибку? Тебе нужно то-то, то-то. Я такой: угу. Я поменял свет, ну, конечно, ну, как мог. Он говорит: вот, уже лучше. Ну, то есть, когда человек дает совет какой-то, вообще неважно в чем, даже в монтаже, то есть говорят: вот тут много воды, все, я как бы прислушаюсь. То есть человек написал: мне как бы не понравилось из-за того, что в ролике было много воды. Вот если вот поменьше будет, то будет хорошо. То есть я к этому прислушиваюсь. Это ваше хобби, с чего оно начиналось? Во-первых, нам нравился канал один на Ютубе, 10 черепов называется. И мы больше им вдохновились в свое время, наверное. Потому что он первый человек на Ютубе, который начал этой паранормальной темой заниматься. И так как в жизни происходило много чего интересного, необъяснимого, и в эти моменты ты думал: блин, вот бы была камера это все записать, то есть люди не поверят в это. Как бы на этом фоне, когда мы канал смотрели тот, Серега предложил: давай тоже создадим. Я говорю: ну, я как-то не знаю. Прошел год, я год думал. Он мне говорит: все, ты уже замучил думать. Все, я буду один заниматься, буду один ездить по этим заброшкам, аномальным зонам. Я говорю: нет, я тебя не отпущу. И все, и мы начали заниматься. У нас не было ничего вообще. Мы ничего не знали, как делать, как вообще монтировать. Но вот потихонечку... В общем, все пошло от предложения брата. Что такое происходило, вот что надо было бы снять, чтобы люди не поверили? И почему брату пришлось так долго уговаривать? Почему вы сомневались? Что происходило? После смерти отца, в первые 40 дней, дома гремели тарелки, постоянные шаги. Птицы были, их, если их накрыть пледом, они засыпают даже днем. Они ночью не спали, они бились, они разбились все. Постоянные какие-то стуки, ручки дергались. Все это сподвигло, так сказать, на изучение всего этого. Почему так долго вот было у вас смятение? Почему брату пришлось долго говорить? Потому что я понимал, что это все опасно. Заброшки — это всегда опасно. В плане людей, в плане того, что это аварийные места, и может случиться все, что угодно. Может все обвалиться просто в любой момент. И я просто понимал, что это очень рискованно. И с другой стороны, я не знал, как
все это реализовывать. Не было какого-то плана. То есть я этого просто не понимал, как начинать. Но больше вот страх перед тем, что может что-то случиться. Больше боишься живых и больше боишься каких-то происшествий. Вы не пожалели, что согласились? Нет, потому что жизнь заиграла новыми красками. Это, так сказать, небольшие приключения каждый раз, когда ты едешь за тысячи километров от дома. Всегда интересно. Такой адреналин постоянно испытываешь. Самые ваши первые эксперименты. Как скоро вы поняли, что есть потусторонний мир? Мы поехали в заброшенный пансионат под Москвой. Называется «Голубое озеро». Взяли с собой Виталика Иглу, который из канала «10 черепов». Но это даже не эксперимент был. Мы шли по коридору. Это была зима, ночь, четвертый этаж, по-моему, или восьмой, я не помню, ну, где-то наверху. И мы услышали насвистывание, как будто идет человек и свистит. Очень громко, какую-то мелодию. Мы остановились, мы подумали, человек. Мы прошли каждую комнату. Там не было абсолютно никого. Вообще. Это не мог быть ветер. Вот видео, если посмотреть, можно прям убедиться, что это реально кто-то насвистывает. Мы бы там были одни. Тихо. Тихо. Виталь. Виталик. Это ты сейчас сделал так? Что? Свистел? Насвистывал. Нет. Так. Нет. Иди сюда. Тихо. Иди сюда. Так, по-моему, самое неспокойное место у нас было. Это Павлищев Бор. Большая заброшенная усадьба. Тоже под Москвой. Мы когда с братом забрались на башню, мы включили спиритбокс, задавали какие-то вопросы, и тут слышим оттуда, мы говорим, здесь кто-нибудь есть, там, может нам кто-нибудь ответить? Я уже не помню, какие ответы были, но голос там оттуда прозвучал, да, я здесь, по-моему, уходите, я не помню. И когда мы отключили спиритбокс, мы услышали голос такой женский, я здесь, вот так вот. И он прозвучал прямо в этой маленькой комнатке. И вот тогда волосы дыбом стали. Почему она не может покинуть это? А также, вот, например, на кладбище мы снимали, на еврейском. Там есть открытая могила, ну, как склеп. Я почитал на курдских сайтах, евреи сжигают ветхие книги. Не знаю, зачем. В общем, мы туда пошли, услышали там очень страшные звуки. Я не знаю, что это было, какой-то треск, щелчки. И потом мы обернулись, увидели там висящего голубя за шею, подвешенного на оградке. Это было полнолуние. И как выяснилось, что мы пришли в пик, когда проводят обряды. И нам сказали, что в этот момент все двери в потусторонний мир были открыты. Было очень жутко, на самом деле. Мы когда оттуда вышли, я Сереге сказал, все, я больше не буду этим заниматься. У меня был нервный срыв. Ну, это как бы вот когда ты видео смотришь, это одно. А когда ты находишься в этот момент ночью в каком-то месте, это с этим сталкиваешься. Андрей, посвети туда. Посвети туда.
Андрей, посвети туда. Ты слышал? Это совсем другое. Это очень, очень сильный выброс адреналина. Наверное, еще больница в Московская, она законсервирована. Там в свое время лечили из Припяти зараженных. Туда привозили всех. Она сейчас заброшена, но она закрыта. Мы там туда пролезли. Она заколочена вся. Окна все закрыты, двери закрыты. То есть там сквозняка нет вообще. И мы как-то шли по какому-то этажу. И такая огромная массивная дверь просто захлопнулась перед нами. И мы подумали, что человек. Ну, а с другой стороны, оттуда невозможно залезть. Там все в колючей проволоке. Ну, мы просто со сталкером ходили. Это тоже был такой жесткий момент. Иди сюда, иди сюда. Погодите-ка. Сейчас я быстренько тут пойду. Тима. Дима. Что? Только что захлопнулась дверь. Ну, я ее просто выпнул, вот она и захлопнулась. Какая? Я открылась. Вот это. Откуда звук был? Нет, это было открыто. Бля, Андрей, реально был звук сейчас, дверь закрылась. Не, я слышу что-то. Тут кто-нибудь есть? Тут кто-нибудь есть? Да нет, пацаны. Все в порядке. Андрей, скажите, вы не боитесь того, с чем сталкиваетесь? Не мучают ли кошмары по ночам? То, с чем сталкиваемся, мы не боимся. Ну, бывает так не по себе. Кошмары мучают. Снится очень такие неприятные вещи. И однажды я как-то проснулся в каком-то сонном параличе, и надо мной стоял черный человек. Я говорю, ты кто? Он говорит, я Вова. И он начал меня душить. То есть вот такие моменты. И недавно я проснулся, ночью на меня стоял, смотрел человек. Ну, это как в полусне было, но я так понял, мне снился какой-то кошмар. И я глаза открываю, я увижу. Я такой раз, все, нет. На эмоциях иногда тоже как бы в полусне ты просыпаешься и видишь очень страшные вещи. Говорят, что когда соприкасаешься с чем-то мистическим, это оставляет свой след. Вы что-то после своих походов видите, слышите? Нет. Ну, если только во время съемок что-то слышим, а так после этого нет, как бы. Единственное, что это влияет, может быть, только на сны. А так все нормально. Скажу одно, бояться надо не мертвых, а живых, потому что мертвые тебе, в принципе, ничего не могут сделать, а вот живые могут навредить. Также, чем опасны эти места зимой? Тем, что, когда ты идешь по снегу, ты можешь провалиться в какую-нибудь яму. Было множество случаев у наших знакомых блогеров, которые проваливались во всякие ямы, в люки. И это может плачевно закончиться. А зимой ты не видишь, куда ты идешь. Вот я сейчас шел и в какую-то ямку провалился. Неизвестно, что там под снегом. Мы стараемся обойти каждый уголок, найти что-то паранормальное, необъяснимое. Бывают моменты, когда мы слышим, как играет музыка. Допустим, место находится в отдаленности, в каком-то лесу, и играет музыка. Или мы это слышим воочию, скажем так, или это уже на разборе. Ты слышишь, как в соседней комнате играет пианино, и ты такой, как это вообще возможно? Также можно найти интересные вещи. Это когда-то было пианино. Но уже оно никогда не издаст ни единого звука. Но то, что я вспомнил сейчас о пианино, это прям символично. Так. Сохранившаяся дверь. Редкость на заброшках. За моей спиной сейчас самый темный угол всей этой заброшки. Именно там мы сделали сеанс ЭГФ. И именно вот на этой стене был тот самый силуэт призрака.
именно в этой комнате, здесь нету никакой акустики, мы как раз таки делали сеанс ЭГФ. Мы стараемся на заброшке найти именно такие укромные места, чтобы нас никто не побеспокоил. И в случае чего мы могли успеть собраться, если люди. А у нас были моменты, когда мы могли просто не вернуться со съемок. Также мы часто используем зеркало. То есть мы оставляем камеру снимать зеркало. Бывает, ставим свечи. И потом делаем фотографии, частенько что-то может проявиться. То есть какие-то лики, лица. В общем, мы стараемся обойти локацию полностью. Полностью изучить. Например, мне пришла как-то безумная идея остаться спать в замке. Туда приезжали блогеры, они снимали там что-то непонятное. А я брату говорил, а что если ты уйдешь в соседнюю деревню, а я лягу спать? Он говорит, давай. Тоже была зима, я лег, я проспал где-то час, заболел. И когда мы пересматривали записи, там были шаги по дереву. Это был точно не брат, потому что он меня разбудил, вернулся. И мне стало очень жутко и не по себе. И то есть мы частенько прибегаем к таким безумным экспериментам, потому что мало кто отважится на такое. Ну, как я брату говорю, кто если не мы. Первое – это доказать самим себе, что потусторонний мир все-таки существует. Это самое первое. А второе – это, да, какой-то адреналин. Ты получаешь хороший адреналин, и это как-то нравится, это как азарт такой. А на первом месте все-таки исследование. Доказать, показать и поделиться своими наблюдениями. Можно предположить, что вы уже без этого не можете, что проект будет продолжаться, там, трансформироваться, потому что как бы... Ну, знаете, иногда устаешь от всего от этого. Но я думаю, что мы не остановимся, будем двигаться дальше, поедем за границу. Вот у нас в планах, если бы не пандемия, мы собирались ехать в Германию на съемки. В заброшенную больницу Гельштатен, по-моему, называется, там Гитлер лечился в свое время. Она самая паранормальная, одна из самых паранормальных вообще в мире. Туда ездили американские охотники за привидениями. Мы хотели туда поехать. И вот мы к этому стремимся, то есть расширять географию, находить какие-то новые места и все-таки не останавливаться, не опускать руки, так сказать. В чем заключается ваша работа? Что конкретно вы делаете? С чего все начинается? Там ищем место, готовимся, едем, распаковываемся, исследуемся. Ну, то есть, прям вот это рутинно бытовое. Сначала мы ищем объект. Мы заходим в интернет, ищем объект и ищем информацию, можно ли этот объект посетить, стоит ли он или его уже снесли. Ищем координаты. Находим их на карте. Ну, раньше мы с братом в одном городе жили. Потом мы после работы, после ночной смены едем в Москву на поезде, сразу практически. В Москву к вечеру приезжаем, нас там встречает наш водитель. У нас два водителя, это Влада и Димка Чистов. Мы с ним садимся и едем уже на объект еще там часа 4-5. Приезжаем уже там 12 часов ночи. Можем пройтись по заброшке, если она небольшая. Мы так пройдемся, посмотрим, там обстановка, все спокойно вроде бы. Берем оборудование, расчехляемся, достаем камеры, ну, все дела. Распределяем между собой с братом, кто что будет делать. То есть Серега там фотографирует, там несет электромагнитный уловитель, вторую камеру, я несу там основную камеру, свет. И начинаем потихонечку передвигаться по объекту. И во время передвижения бывает, что-то происходит, мы начинаем так. Нужно сделать первый эксперимент. Достаем вандербокс, все записали, пошли дальше, немножко прошлись, следующий эксперимент. Ну и так вот, часа 3-4 мы снимаем, все, и уезжаем.
сколько там тратится, сколько исходников, сколько на монтаж? Вот, Обычно мы снимаем от 3 часов до 6, например. 3-6 часов. Потом это все скидывается на компьютер, компонуется уже в программе. И из этих там 6 часов остается, ну если 6 часов, то может остаться 2 часа всего материала. Много чего обрезается, воды как бы ну, не нужно. Для неспециалистов, вот, тоже подчеркнуть, насколько это рутинно, то есть, допустим, там, отслушать звук, вот. То есть вот такие вот нюансы, расскажите, чисто вот ваши рабочие, которые не видны людям, которые думают, что это вы сняли, и выложили сразу на это. Все начинается с трейлера. То есть если мы едем на какой-то объект, я делаю сначала трейлер, как представляю, где мы были. Этот минутный трейлер я могу делать целый день. Там нужно сделать какие-то эффекты, переходы, там, музыку, нарезки каких-то интересных моментов. Эти интересные моменты из 6 часов иногда очень сложно выбирать. А потом уже идет процесс монтажа полностью. Это заставка сначала. Над заставкой ты тоже можешь часа 3 просидеть, думая, как это все придумать прикольно. Музыку подбираешь и начинаешь потихонечку монтировать. И вот когда ты доходишь до каких-то экспериментов, да, которые ты проводил, тут начинается самое интересное. Это обработка записей и вслушивание вот в этот вандербокс. То есть пустоту обрезаешь. То есть ну, лично я пустоту обрезаю, чтобы тоже люди не утомлялись от этого шума. И постоянно вслушиваешься. Ну и все. И так каждый эксперимент. Есть 5 минут тишины, там я делаю обработку через 3 программы, там повышаю частоты, потом чищу от шумов, опять частоты повышаю, опять чищу от шумов, и там иногда проскакивают прямо жуткие голоса среди этого. Даже однажды я слышал какие-то крики, как, знаете, крики ада. И это было просто в одном моменте, и становится иногда жутко. И детские голоса проскакивают. И женские, и мужские. И вот вся вот эта вот рутина, это очень... Люди думают, что все быстро делается, а на самом деле там очень кропотливая работа. Ты над одним роликом можешь работать неделю. Хотя бы каждый день понемножку, потому что ну, это все-таки это очень утомляет. Скажите, какие приборы вы берете с собой? Что такое вандербокс? Первый основной прибор — это вандербокс. Это прибор, с помощью которого можно связаться с потусторонним миром. Прибор, который записывает ЭГФ. Прибор придумали американцы, и мы как-то подсмотрели давно у американских охотников за привидениями, что они носят с собой какую-то коробочку интересную, через которую голоса проскакивают. И, ну, естественно, найти, как это собрать, мы не могли, и просто какими-то логическими размышлениями поняли, что нужно сделать вот так. Ну, конечно, не выглядит так, как у них. И что у нас еще? Kinect-камера. Она распределяет миллионы инфракрасных лучей и с помощью этих лучей может зафиксировать там человеческое тело или дух. Это вот описано было, я покупал Kinect-камеру в магазине, магазин Великобритании охотников за привидениями. То есть я там заказывал ее. Плюс к этой Kinect-камере нужно подключить или компьютер, или планшет. Потом электромагнитный уловитель, он улавливает электромагнитные волны. Например, если его включить сейчас, да, поднести к розетке, то он покажет какие-то значения. К микроволновке поднести будут какие-то значения. Но я заметил, что на оборудование не влияет вообще. Когда ты идешь где-то по заброшке, там, где нет вообще техники, нет проводки, или ты идешь по кладбищу, и он показывает тебе значения там под 100, под 125 там бывает. Ты начинаешь думать, блин, вот здесь что-то есть. Мы однажды шли по кладбищу, и электромагнитник возле одной могилы показал 70. И мы поняли, что тут что-то есть, и там уже проводили эксперименты. Потом есть кассетный диктофон. Человек, который открыл ЭГФ, он на кассетный диктофон записывал тишину. Когда прослушивал ее, он услышал там пение, по-моему, или голоса какие-то. И то есть мы приобрели кассетный диктофон, то есть на него делаем какие-то эксперименты. Тоже задаешь вопрос, пишешь тишину, потом слушаешь, и что-то иногда проскакивает. Особенности в замке в заключе, там женский голос сказал, что ей очень плохо, и она здесь сгорела. Ну, я так понял, сгорела, там тубдиспансер был когда-то. В плане болезни, наверное. Потом у нас есть лазер, который раскидывает зеленые точки, сетку делает. Он нужен для того, чтобы, если будет какое-то движение, эти точки как бы будут двигаться. Потом есть ультрафиолетовый фонарь. Мы как делали? В
включаешь фонарь, делаешь фотографию. И иногда там даже казалось, что как будто бы силуэты какие-то есть. Вот. Ну, мы сейчас его не используем, но он у нас есть. Полароид. Как считается, что на полароид можно сфотографировать призрака. Ну, мы купили, как бы проводим тоже свои эксперименты, но бывают моменты интересные. Вот смотришь фотографии, думаешь, вот что-то там есть. Ну, а так, чтобы прям призраки там были, прям чтобы они стояли, такого не было. Камеры, свет, наушники, цифровой фотоаппарат. Мы его используем, потому что на него можно зафиксировать орбов. Ну, многие говорят, это пыль. Да, можно и пыль сфоткать, но когда они большие и они находятся за объектом, я помню, разбирал одну фотографию, я сделал на кладбище две фотографии, на одном фото не было ничего, а на втором много этих шариков разных цветов. И я людям объяснял, смотрите, вот оградка, и за ней, именно за ней висит вот такой шарик. Говорю, это не может быть пыль. Как она туда попала. И, в общем, орбы — это вообще отдельная тема. Точнее, про Вандербокс. Вы его модернизировали не раз. Зачем? Чтобы ответы были намного четче. И их стало больше, кстати говоря. То есть, если раньше мы просто на спиритбокс писали, то ответы были очень редко, их было очень мало. А сейчас ответы стали чаще. И даже иногда такие прям большие предложения, бывает, выскакивают. Ну, лучшая связь, так сказать. Я хочу еще его немножко модернизировать. Ну, мы над этим пока еще думаем, работаем. Вот на этой фотографии я до сих пор не знаю, где я, где Серега. Но, скорее всего, Серега вот здесь, потому что у него родинка на щеке. Со временем она, конечно, прошла, видимо, потому что сейчас ее нет, но на детских фотографиях она присутствует. Ну, так вот, если посмотреть, то даже и не скажешь. Где я, где он. Копия просто. Вообще на кого больше похож? Говорят, что на маму. Но я вот смотрю фотографии отца по молодости. Ну, конечно, и отца есть. Ну, как-то смешанно, я думаю. Вот. Ну, говорили, что больше на маму похоже. До какого возраста это вы позволяли одевать вас на маму? Пока мы... достаточно не повзрослели, когда мы такие, да ну, мы не хотим носить одинаковую одежду, мы хотим отличаться. Да и как-то и дразнили даже бывало, что одинаковые. Вот, ну вот. В садике и в начальных классах одинаково одевались, и нас вообще никто не различал. Как вы относитесь к тем, кто не верит в паранормальное, но при этом делает свой канал? У нас, например, канал, да, мы... хотим что-то, до чего-то докопаться. Мы исследуем, показываем людям все как есть. А есть каналы, которые делают откровенные постановы, где происходит что-то невероятное, как в фильмах. И нам уже начинают писать. А вот поучитесь у них. Они вот сталкиваются с этим, а вы не сталкиваетесь. Я буду смотреть теперь вот их, а вас нет, у вас ничего не происходит. У вас мало чего происходит в кадре. Я говорю, ну если этого нет, например... не было чего-то, что я сделаю. То есть мы искренне стараемся искать все это. А те, кто делает постановы, они делают это, ну, ради денег, популярности, потому что эти каналы зачастую больше популярны, то есть их ролики больше просмотров собирают, потому что это адреналин. И, естественно, есть люди, которые им не верят. И они начинают уже не верить вообще ни во что. То есть они говорят, что вот я вижу, что он делает кино, и вы, значит, тоже самым занимаетесь. Постановщики, они топят просто тему исследования, реального исследования. Да, я понимаю, что YouTube — это площадка как развлекательная, да? Ну, к сожалению, где-то выражаться еще нет смысла и негде. Потому что YouTube — это мировая площадка, и конкуренции YouTube вообще никогда не будет. То есть YouTube — это лучшее, что можно придумать. Конечно, можно для себя что-то снимать, исследовать и делать какие-то записи, книжку писать. Но в современном мире люди смотрят видео. После постановщиков люди перестают верить, и все. Короче, нам говорят, ребят, мы тоже не будем, короче, смотреть, все это фигня. Мы, типа, не верим в это. То есть они просто топят эту тему. А обратная связь от аудитории, она важна? Потому что какие-то советы и наводки могут быть? Ну, да, то есть бывает, знаете, как человек тебя смотрел, там год,
А потом просто во всем разочаровался, сказал, я там понасмотрелся, говорит, все это фигня, и уходит. Ну, конечно, приходят новые люди, но я считаю, что... И знаете, что еще больше всего не нравится? Когда эти люди говорят, что вот у меня чистая правда, а у остальных у всех постановки. Ну, зачем ты это делаешь? Если ты снимаешь постановки, ну, ты не говори, что это все реально, не пиши там... Это реальный призрак. Если снимаешь кино, назови это как-нибудь по-другому. А вас смотрят в разных странах. Расскажите, в каких вы общаетесь со своими подписчиками? Нас смотрят, я так понял, по всему миру. Потому что, когда мы проводим прямые эфиры, пишут со всех стран. Израиль, Германия, Франция, Австралия, близлежащего зарубежья, там, Казахстан и Иран. И я помню, даже ты из Сирии писал, и Украина смотрит, Белоруссия. То есть можно перечислять бесконечно. И даже в Японии или где там есть YouTube. У кого-то из них, в Китае или в Японии, по-моему, YouTube нету. Ну, в общем, пишут со всего мира вообще. То есть где-то вот, если приехать в любую точку мира, можно найти человека, у которого можно переночевать. О чем общаетесь с подписчиками? Они всегда интересуются по поводу паранормального. В принципе, задают такие же вопросы, как и вы. А вам не страшно? А вот подскажите мне там... Кто-то спрашивает, вот у меня дома, походу, есть полтергейст. Что мне с ним делать? А что делать там-то, там-то? А как поступать? Бывают просто какие-то такие вопросы обыденные. Да вообще обо всем спрашивают, обо всем общаемся. Ну так, задушевные ламповые стримы проводим иногда. Ну, на какие-то вопросы не отвечаем, потому что иногда мы не знаем ответов на те вопросы, которые нам задают. Ну, стараемся ответить всем, но обижаются, потому что сообщения летят прям бесконечно. И пока ты на один вопрос ответишь, уже там еще 30 написали. Это ваше хобби. Чем вы зарабатываете на жизнь? Я работаю на предприятии, работаю оператором крутильного оборудования текстильной нити. А брат сейчас работает в красной зоне, он работает техником, помогает ковидным больным, то есть выписывает их, сопровождает. Вообще, что вы за человек? То есть какие навыки вы приобрели в жизни, чему научились, и потом раз стали снимать? Если брать в плане профессии, я по образованию повар-кондитер, поначалу я работал и поваром, и кондитером. Это потом я уже ушел на предприятие, потому что все-таки на пищевых предприятиях много ответственности. На предприятии, на котором я сейчас работаю, ну, попроще. Ну, тяжелее, конечно, физически, но попроще морально. Потом я занимался раньше живописью. Писал картины, портреты, карандашом, маслом, неважно. То есть в школе был уклон на рисование. И я как-то это все развивал в свое время. Потом меня потянуло на стихи. Я в свое время издал 6 сборников стихов, большие и маленькие были, в Союзе писателей. И у меня была цель стать членом Союза курдских литераторов. И этой цели я добился. Среди губернатора на тот момент Михайлов был. Выдали мне членский билет, выдали. И я как бы официально курдский поэт. Ну, издавался раньше и в журналах, и выступал, много ездил куда. У нас был поэтический круг. Мы всегда выступали там в барах где-нибудь или где-нибудь еще на улице. Принимал постоянно участие в конкурсах, выступал перед городом на сцене. Насыщенная жизнь была поэтическая. А потом у нас была еще группа «Минус небо» называется. Ну, я так относился к ним. Иногда, когда мы выступали, там мог что-то делать на сцене. Но потом эта группа тоже на нет ушла. И мы с братом посидели, подумали. Вот он мне тогда, когда предложил, говорит, все это, говорит, никому не нужно. Давай на YouTube уходить. И вот тогда он мне предложил. Сейчас, помимо канала, мы создали новую группу. Называется Табу FM. Мы решили не отходить от нашей темы. И сейчас еще занимаемся своей группой. Уже вообще профессионально. У нас есть саунд-продюсер, который нам помогает. И сейчас мы записали вторую песню. Ну, в этом году планируем выпустить альбом и уже с дебютом выступить в Москве. И при этом в будние дни вы в спецовке, на завод? В спецовке, на завод. Поднимать завод с колена, как говорится. Да, будние дни. Ну, днем и ночью. Работаю,
И в какое-то свободное время вот занимаемся Ютубом, группой. Иногда я вот в последнее время еще стихи опять начал писать. Я еще хотела спросить, ну, заводской зарплаты ее хватает, потому что оборудования много, это все-таки. Или просто вы растягиваете во времени, не собираете? Вы знаете, все вот это вот, это заслуга наших подписчиков. Вот это все купили подписчики. Единственное, что мы купили, это камеру и штатив, и вон сумочку для камеры. Все остальное купили подписчики. Как относятся к вашему увлечению? Семья, родные вообще? Да, все относятся спокойно. Ну, мама волнуется, естественно. Она всегда переживает. Мы даже иногда ей не говорим, что мы куда-то едем. Потом она узнает, что мы куда-то ездили. И говорит, блин, почему вы мне не сказали? Я говорю, ну ты же волноваться будешь. Ну, конечно. Я говорю, ну вот, чтобы ты не волновалась, мы тебе и не говорим. Ну, вообще волнуются все. За что волнуются, что переживают? Ну, по дороге и вообще на заброшках может случиться все, что угодно. А коллеги на работе? Поддерживают, смотрят. Мнение каждого не знаю, но те, кто поддерживает, поддерживает. Спрашивает постоянно, как дела, что там, ездили куда. Ну и следят. Или почти. Здесь кто-нибудь есть? Мне может кто-нибудь ответить? Так, ну. Пойдемте сюда пройдемся. Что-то есть, но нужно разбирать. Мне может кто-нибудь ответить? Мне показалось, здравствуй. Мне стоит сейчас здесь находиться? Нет. Какие-то ответы есть, но это нужно переслушивать и разбирать. Очень гнетущее место, как-то ощущаешь себя здесь не по себе. Все-таки больница, видимо, она какую-то энергетику все-таки несет. Болезни. Поэтому здесь как-то неспокойно. И вот какие-то есть ответы, но я не могу разобрать. Ответьте мне. Мне чего-то стоит здесь бояться? Блин, что-то непонятно. Там мы?
стабильно. Смерть? Я чуть не... Вы уже все слышали. Так, я думал, что... Хватит на сегодня. Ответы мы разберем уже непосредственно дома. Включаем электромагнитник. Надо было его сразу включить. Так. Сейчас мы пройдемся с ним. Посмотрим, будет ли тут какая-нибудь активность. Сейчас пройдемся там, где мы были. Пока по нулям. Так. Ноль один. Ноль два, ноль три, ноль четыре, ноль четыре, один. Так, ну это не сильно незначительные показатели, но показания. Ну вот, какое-то вот очень минимальное электромагнитное поле есть, вот, 0,5, есть в этой точке, 0,6. Так, падает. Вот тут вот что-то чуть-чуть есть. Совсем немножко. 0,4. 0,3. 0,4. Ну, покажи мне что-нибудь. Если здесь есть присутствие духа или сущности, ты можешь себя как-то проявить, чтобы я увидел это на электромагнитнике? Так, по нулям. Ну, я бы не сказал, что здесь есть какие-то значения прям большие, но чуть-чуть что-то проскакивает. Ноль пять. Ноль три.
Так, можно сюда пройтись. Я поставил рэк. Ага. Помереть захотел. Очень. О, пентаграмма. Ну, это, конечно же, чье-то баловство. Ничего. Ты что тут делаешь? Хожу. Так, сюда нежелательно идти, а там палы какие-то мне не нравятся. Нафиг, они могут обвалиться. Так, ну что? Значения тут минимальные. Даже если тут что-то и есть, то очень слабое. Сейчас посмотрим максимальные значения, которые у нас были. 0,6. Ну, это мало. Если было бы вот здесь, там 70, да даже если 10 было бы, то тогда можно было бы сделать какой-то вывод. Ладно, пойдем на выход.